привлекать в жизнь партнера, не иметь возможности и так далее. Это все наш пупок. Самый настоящий наш пупок. Что необходимо делать? Возьмите и сделайте так. Каждый день, когда вы проснетесь, гладьте свой пупок и говорите: «Ты мой хороший, ты мой золотой, ты мой пупочек». Каждый день мысленно представляйте, допустим, вы женщина, мысленно представляйте, будто вы встретили, видите мужчин, и каждого мужчину гладите по его животику. И говорите: «Ты мой хороший, ты мой зайчик». Гладите и женщин по животику: «Ты моя золотая, ты моя хорошая». Гладите себя на протяжении дня многократно. Этим самым вы активируете вашу связь с землей и аннулируете ваши обиды. Почему? Больше всего активируется любовь по отношению к пупку, и меньше всего активируется или блокируется обиды.